Я видел, как наши русские купили американский самолет над Нью-Йорком, три круга сделали с георгиевской ленточкой, потому что американцы там спрашивали у людей, они даже не знают, когда Вторая война, это когда закончилась. Это кошмар. И насколько хорошо, красиво и спокойно жить в России, когда ощущаешь, что люди в едином порыве празднуют праздник, помнят, чтят, когда молодежь вот поет, танцует, рассказывает, мурашки по коже, и мы понимаем, что только потому, что есть ветераны, есть забота нашего государства о ветеранах, есть почтение. И мы поздравляем всех с этим праздником. Мы желаем чистого неба. Давно, кстати, так, вот я сейчас встречаюсь с друзьями, мы раньше даже не думали, что надо думать о том, чтобы не было войны. Мы хотим, чтобы не было войны, особенно на фоне вот тех событий, которые происходят там на Украине, в Одессе, когда вот за георгиевскую ленточку людей убивают. Мы хотим, чтобы в нашей жизни все было хорошо. Мы вас поздравляем с праздником, желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтобы мы видели и помнили, что да, война была, мы ее выиграли и никогда назад уже не вернемся.